Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас из Хьюстона, Техаса. Приветствую моих дорогих друзей в Израиле. Яночка, Лев, Шалом. Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником, Пасахом. Желаю вам, всей вашей семье, друзьям, близким, нашим общим друзьям, огромного счастья, успехов, мира, благополучия и много радостных дней. Конечно, мы все сейчас переживаем очень тяжелое время, но я уверена, что наступят прекрасные дни, опять мы начнем разъезжать, ездить, ходить друг к другу в гости. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех членов прекрасной организации «Азиз» с юбилеем. Дорогие мои, желаю вам много радостных дней, успеха в вашей работе. Желаю вам дружбы, мира. И чтобы всегда наша дружба продолжалась бы. И я благодарю вас всех за поддержку нашей организации, за наше сотрудничество. И я надеюсь, что это сотрудничество еще долгие-долгие годы будет продолжаться. Я еще раз поздравляю вас всех с прекрасными праздниками, с юбилеем и до скорой встречи. Пока вам всем желаю счастья. Thank you.